В Москве поддержали, теперь необходима поддержка в Самарской области. Губернатор в Театре оперы и балета провел встречу с активом региона. Это как руководители крупнейших организаций области, так и депутаты различного уровня, представители районов и сел. Николай Иванович Меркушкин, как член Бюро Высшего Совета партии, рассказал об итогах Всероссийского съезда «Единой России». Тогда были утверждены кандидаты, которые будут бороться от Самарской области по одномандатным округам и партийным спискам за мандаты в федеральном парламенте. В региональных кандидатов утвердят уже скоро на местном уровне. Губернатор отметил, что сейчас очень важно, как поступят люди. Эти выборы повлияют как на позиции России в мире, так и области в стране. Сейчас Москва уже активно помогает региону. Это прежде всего финансовый вопрос. Дополнительно выделяют миллиарды рублей. Чем выше будет явка на выборах, тем больше кандидатов от Самарской области пройдет в Госдуму. А это лоббирование интересов, а соответственно развивающаяся территория. Понятно. Никого силой заставлять не надо. Никого административным каким жимом и так далее заставлять не надо. А попросить как человека надо. И я уверен, большинство и учителей, и соцработников, и врачей, они настроятся на это. Настроятся и сами будут настроены, и будут работать, если... Еще раз хочу сказать, мы тонко и объясним, что это не ради себя, не ради того, что кто-то очень хочет в дом попасть. Ради тоже интереса той же страны, ради интереса области.